принципе, все те вещи, которые говорит Ертысбаев, да, это все правильно. Но если бы это говорил другой человек в другой стране, я бы это поняла. Но в нашей стране, где подлинной свободы слова в принципе нет, я думаю, что делать такие заявления человеку такого уровня, это по меньшей мере неуместно. Намного уместнее было в его должности что-то предпринимать. То есть он имеет возможности, и вместо того, чтобы делать заявления, да, какие-то гипотетические, то, о чем в принципе говорят уже давно международные организации, организации, которые защищают журналистов, говорят об этом не первый год, что необходима декриминализация клеветы, что необходимо реформирование информационного законодательства. С его стороны должна быть именно какая-то деятельность, какая-то реакция. И он должен отчитываться о том, что он смог достичь в этой сфере, а не говорить опять о проблемах. Что касается жанра журналистского расследования, откуда ему взяться, если у нас наказание возможно, это 5 лет лишения свободы за вмешательство в частную жизнь. А любой жанр расследования предусматривает собой обязательно какой-то, да, ну, допустимые какие-то границы вмешательства в частную жизнь, какие-то границы критики обязательно, провокации в том числе, это все международные стандарты, которые мы, да, вроде на бумаге закрепили, но на практике этого не происходит. Поэтому я думаю, что вот эти превентивные рамки, которые сегодня существуют, они не дадут развиваться ни свободе слова, ни журналистскому расследованию, ни вообще нормальной журналистике в Казахстане. Ну, насколько я помню, в конце прошлого года было закрыто 40, по крайней мере, 40 предъявляли обвинений изданиям, источником информации, да, одного по единым названием «Республика». И лично для меня, в принципе, в конце прошлого года я поняла, что вот, ну вот, свободе слова наступил реальный конец в Казахстане. Потому что, когда я читала судебные решения по этим делам, становилось понятно, что не в любой стране цивилизованного мира за просто оценочные суждения журналиста критического характера никто не стал бы закрывать эти газеты и журналы.